нас смотреть-то? На меня можно смотреть. Андрей, ну просто комментарий по матчу. Комментарий по матчу, чтобы сказать по матчу. Ну, хороший, интересный хоккей, я думаю, как и для игроков, так и для зрителей. Моменты, голы были, как бы, но мы хорошо воспользовались ошибкой соперника, забили гол в овертайме, который нам нужен, и заработали очень нужные нам 2 очка. Ход матча 2 раза отыгрывались, что удавалось отыгрываться? Еще раз. Ход матча 2 раза отыгрывались, что удавалось отыгрываться вам? Ну как отыгрываться? Это наша работа, и наша задача выходить и обыгрывать соперника, либо сразу забивать первыми и играть лидерами, либо, ну, так получилось, мы пропустили, и пришлось догонять. Ну, слава богу, Ерема нас подтащил, огромное ему спасибо, 90% его победы сегодня. Вы смогли какие-то жесткие играть сухой? Да нет, я не скажу, нас понастроили, подготовили, все грамотно было, и считаю, у них тоже вторая игра, ну точнее не тоже, у них вообще вторая игра за второй день. Ладно, пора, ребят.